В Верхней Волжье полным ходом идет уборочная кампания. На текущий момент хозяйствами 24 муниципалитетов убрано 12,5 тысяч гектаров, из которых 3,5 тысячи приходится на Кашинский, 1400 на Бежецкий и 780 гектаров на Лихославльский округа. Продолжается уборка озимых культур на площади около 25 тысяч гектаров. На данный момент убрано 11,5 тысяч. Это 46,2% от прогноза. Сейчас показатели по урожайности озимой пшеницы выше прошлогодних и составляют 37,5 центнеров с гектара, что больше, чем в 2022 году. Хозяйствами убираются и яровые культуры. На сегодняшний момент убрано 293 гектара пшеницы, 240 ячменя и 350 овса. В Фировском, Старицком, Кисовогорском, Кашинском, Калязинском, Калининском и Жарковском округах приступили к уборке овощей и картофеля. В ближайшее время к уборочной кампании приступят и остальные муниципалитеты.